А скажи мне, Сеня, ты в настольный теннис играть умеешь? Ну, умею. Хорошо? Ну, не мастер спорта, конечно, но физрука в школе обыгрывал. Вот это резюме. Давай-ка быстро за мной, по дороге дожуешь. Сейчас, Андрей Евгеньевич, размяться надо. 20-0! Ты зачем соврал, что хорошо играешь? Андрей Евгеньевич, я же не знал, что вы меня правда играть позовете. Вы спросили, я ответил. Как говорится, на автомате ляпнул.